Митець, яким Дніпро пишалося за його життя. На будівлі дитячої музичної школи номер 6 встановили меморіальну дошку видатному музикознавцю, композитору, викладачу Володимиру Іллічу Скуратовському. Він почав свою діяльність саме у цій школі, яку тепер назвали в його честь. За сумним збігом обставин 2 червня 2016 року після концерту на сцені цієї ж 6-ї школи серце творця зупинилось. На відкриття знаку пам'яті зібралися друзі та учні Володимира Ілліча. В актовому залі школи на присутніх чекав невеличкий концерт з його композицій. Который он писал для детей, и ее играют у нас в школе. Когда входишь в школу, и дети репетируют музыку Владимира Ильича, это замечательно, это счастье. Это то, о чем он, конечно, мечтал. Он всегда боялся, что сделал мало в плане творческом, но зато то, что он уже делал, ну, знаете, как какой-то волшебник, который все, к чему прикасался, превращал в золото, в музыкальное золото, в поэтическое золото. Это была высшая проба. Понимаете, для нас Владимир Ильич – это родной человек. Он здесь работал больше 25 лет. Начинал свою трудовую деятельность здесь. И получилось так, что он ее и закончил здесь. Мы надеемся, что мы сможем в дальнейшем быть достойными этого имени. Для нас это очень важно. Мы очень хотим, чтобы Владимир Ильич был с нами и дальше.